Добрый день, сегодня у нас 19 июня, второй день уборки озимого ячменя. Вчера мы пропустили, потому что была высокая влажность воздуха, 85%, и ячмень давал влагу 18%, даже на отчесывающей жатке, поэтому мы немножко притормозили. Следующий сорт, который у нас сейчас в уборке, это у нас Луран. Урожайность примерно тоже показывает там 40+. Закончим, скажу. Влажность 14-14,5. Натура, ну не знаю, ну так намерили, сказали 700. Хочется верить, но что-то я сомневаюсь. Потом перепроверю, думаю, в общей таблице по ячменям выложу. Вот. Масса 1000, получилось 46 грамм на неподработанных семенах. Ну как-то вот так вот. Сегодня работаем двумя комбайнами. New Holland CX8080 и Case 8120. На New Holland отчесывающая жатка 6 метров, на Case 7 метров. Ну так сложилось. К сожалению, шире жаток у нас нет. Поэтому экономии топлива здесь, конечно, нет. Самый большой плюс, что мы получаем, это ну, стерню там, где она выросла. Хорошо распределенную. Уже заканчивают участок с Лураном. Здесь у нас было 30 гектар. Больше не сею на семена, потому что, ну, не знаю, уже вот на протяжении 4 лет Луран у меня проигрывает одесским сортам. Раньше был зимовый, теперь вот 9-й вал. Сейчас вот мы еще сюда подключили Валькирию, посмотрим. Ну, не беру, потому что, ну, есть категория клиентов, которые вот хотят только Луран и ничего другого. Я не могу им отказать, поэтому, ну, выращиваю. Если бы я выращивал не на семена, а только как бы товарный ячмень, ну, я честно говорю вам, я бы Луран бы уже бы не сеял, потому что это потеря по урожайности. Единственное, что с учетом только того, что он ранний, только в этом случае, конечно, можно выращивать как бы Луран, чтобы разделить немножко уборку. Но для этого есть двурядный ячмень там Казанова и Заотбау, забыл я, как он называется, мы тоже его сеяли. То есть они ранние и выше урожайностью получаются, чем Луран. Вот у нас помощники в ловле мышей. Это герои сегодняшнего дня. Валера с Вовой, который пятилетку за один день закончили. Да. Кончили мы сегодня Луран. Вышли на урожайность 44,2. С немножко Луран проиграл из-за цель. Ну, тут дело в том, что поле неровное. И Луран был вот с того края, там как раз склоны с одной и с другой стороны. То я думаю, как бы на этих склонах оно и сыграло. Поэтому есть у нас тут демо-посевы. На демо-посевах там немножко другой результат. Я уже потом выложу в табличке, объявлю общий. Так что по Лурану мы тоже закончили. Завтра, я думаю, что мы уже, надеюсь, закончим все сорта. И тогда я уже объединенный выпуск сделаю по всем сортам. Все, всем удачи, здоровья, берегите себя и своих близких.